В Туркменистане начался дефицит основных продуктов питания, сообщает туркменская редакция Радио Свободы Азатлык. Сообщается, что в Марийской и Ахалской областях в ноябре в два раза подорожала мука, и граждане начали скупать ее, опасаясь дефицита. К началу декабря муки не хватало уже по всей стране. Жители регионов заказывают ее у своих родственников и знакомых, которые едут в столицу, пишет сайт радиостанции. В результате в нескольких областях страны стоимость дешевого хлеба выросла в полтора раза с одного моната 0,28 доллара США до 1,4-1,5 моната. Шучурок, макта. В Ашхабаде хлеб из качественной муки за две недели подорожал с двух монатов до трех с половиной. В государственных магазинах можно купить не более килограмма куриных окорочков в руки по цене 8 манатов 2,3 доллара США. Без ограничений они продаются в частных торговых точках, где стоят 10 монатов. Также в Ашхабаде возник дефицит яиц. Их стоимость выросла на 50%. В ашхабадских госмагазинах яйца продают только взрослым и не более 30 яиц каждому. За торговлей следят полицейские. Они запрещают фотографировать очереди и не пускают в них подростков. Вдвое выросли цены на овощи, фрукты и кондитерские изделия, а также на детскую одежду. Подорожали все промышленные товары. На федеральном телевидении проблему дефицита не освещают и рассказывают об экономических успехах государства.